Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 15-ю серию 4-го сезона сериала «Скорая помощь» вы сможете уже в среду, 10 ноября, на YouTube-канале НТВ. И в ней вы узнаете о том, как на встрече в ресторане Арефьева и Аверина сильно напиваются, а на следующее утро все просыпаются дома у Рыкова. Обе женщины ничего не помнят. Аверина обещает помощь в отмене слияния подстанций. Ломагин из-за проблем со здоровьем снова не приходит на работу. Ушаков берет к себе в помощники водителя Паршина. На вызове выясняется, что их пациент психически болен. Ломагин рассказывает Кулыгину про лейкоз. Ушакову сообщают, что у него есть богатый родственник во Франции. Арефьева получает результат врачебной проверки. Врачи не виноваты в смерти Александры. Кулыгин с Сан Санычем решают обманом отправить Ломагина к Тоне на УЗИ. Руднев приглашает диспетчера Светлану на кофе. Лера ревнует. Рая рассказывает Рудневу про бывшего мужа Леры и его угрозы. Рая узнает о причине конфликта Кулыгина с Рудневым. Руднев рассказывает Рае свою версию событий, предшествовавших смерти матери Кулыгина. Рая понимает, что он ни в чем не виноват. Ломагин приходит к Северцовой в кабинет. Она рассказывает ему о плане Кулыгина и Сан Саныча, но неожиданно падает в обморок. Зрители долго выражали недовольство Рае, которая по роли много истерила по поводу Константина. Ее собирались и вовсе выкинуть из сериала, но в результате роль оставили. Сценарий писался под Гошу Куценко, ему предназначалась главная роль. Молчаливость и замкнутость героя, его своеобразный характер позволили актеру сыграть роль на ура. Сцены сериала часто снимались на станции скорой на окраине Москвы. Ее содержимое показали во всей красе. Иногда ради нескольких кадров перекрывали проезд в нескольких кварталах.